Одесса. Сколько сейчас лет? 13-22. Замечательно. Пурга. Да. И умерла, все умерло. Больше ничего не работает. Все умерли. Если пешком быстрее, так бежит впереди. Метель просто. А сколько градусов, Сереж? 5. 5 градусов тепла. Мороза. Ой, мороза. Ну, естественно, мороза, да. Естественно, тепла. Естественно. Улица Пушкинская. Ой. Да, вот, так я туда. У нас очень хорошо. Мы как папашни. Папашни. По булыжной мостовой. Кони шли на водопой. По колено снег. По колено снег. Кошмар какой-то. У меня дома школа. Да? Люди зонтиками ходят. Переход. Двумя руками держишь. Смотри, какая метель. Машина заметает моментально. 5 минут, и машины надо откапывать. Щетки не справляются. Черная пурга. В Сибири. Тираспольская площадь. В тумане. Ёжик в тумане. Кто как хочет едет, кто как хочет ходит. Peace.
отец. Вообще дорогой отец. Этот куда едет? О! О! Парень, парниша. Тихо. Какой кошмар. Вперед-назад, вперед-назад. Это наша МЧС. Кого спасет? Всего 2 часа дня. Уже все пешком пришли? Да. Я вообще погляднее стал. Кинул машину и пошел домой. А как же трамвай? Там же трамвай идет. Ну вот. Кошмар. Ёжи.
пурга. Тоже пробка. Блин, что мне делать? Здесь нет пробки. А где нет пробки? И тут пробка. Объехали одну, попали в другую. Три машины выехало на весь город убирать снег. Так, из 23. Все тот же кошмар. Все тот же кошмар, и кошмар ухудшается. Становится все в южнее и зимнее. Ужас какой. Город стоит. Видимость нулевая. Без 23 не ходить, не ездить невозможно. Малая Арнаутская забита полностью, все, встали. Дальше снимать нет сил. Так, продолжение съемок. Едем 15-10. Это улица Малая Арнаутская. Проехали 5 кварталов. Уже доехали до места почти. Почти. Еще мне до места моего назначения 2 квартала. Каких 2 квартала? 20 метров. Вот же. Что вот же? Не на этом квартале? Ниже лейтенанта Шмидта. Ну вот же. А уже это уже мы на месте, да? Уже на месте. Это мы уже на месте. Я уже заблудилась. Я заблудилась, и уже в тумане. Ничего не вижу, да? Ой, какой кошмар. Какой кошмар. Какой кошмар. Улица Успенская, 16:00. Стоим в пробке. Кто-то пытается на велосипеде бороться со стихией. Так, Одесса, 17:20, час, стоим в пробке. На улице ночь, пол улицы проехали. А квартал? Не, ну не квартал, чуть больше. Пробка стоящая. Не прекращает мести, да. Соляра кончается. Нет, доедем. Весело. Калантаевская, Серова. Вот
Так, переходим уличку. На красный свет, да? Камон. Интересно, нужен. Так, вдалеке за елками это вокзал. Иду пешком. Ноги еле идут. Уже километра два прошла, еще два до дома. Мост через Балковскую. Занесено снегом. Планшет в руках держу еле-еле. Ветер страшный. Домой отчитаюсь. Он слышит. Отдыхаю от гонки. Народ идет посередине мостовой, поскольку тротуары все засыпаны снегом. По этой каше дорог нет, дороги все засыпаны. Да-да, именно на ура. Идти по этой каше очень неудобно. Устала. Но... Ну, идем домой. Ну, идем домой. Сережа. Красивую. Вырезать. Снегурочка. Снегурочка. В юбочке. Ну, еще осталось километров. Ты думаешь? Думаю, чуть меньше. Идем. Дружно. Ой. Улица Одесская, а поворачиваем к себе домой. Очень плохо видно, но сугроб по пояс, и пройти к дому практически невозможно. Сейчас будем все это дело откапывать. Так, муж уже поплыл. Так. Скоро и я. Я иду за ним. Шура, вынеси мне стакан воды. Бедный, устал. С холодильника. С холодильника? Да. Ледок? Да. Хорошо. Давай. Ой, это мы уже приехали домой. Так закончился сегодня веселый праздник снегопада.